Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online, и сегодня я с вами хочу поговорить о своем заказе, что я обычно заказываю. Первое — это масочка патч, очень классная, очень интересная, хорошо очень действует, она заметно сокращает количество первых морщин, устраняет следы усталости и стресса, на самом деле она очень хорошо работает, я ей пользуюсь при каждом, как вам даже сказать, каком-то важном событии, да и вообще полностью в жизни. Использую я маски две, одну на шею сразу же прицепляю, да, наношу масочку, другую на лицо. То есть сразу же две одновременно, поэтому мне вот как раз это вот на полтора раза все эти три масочки. Они часто бывают со скидкой, с хорошей. Вот, в каталоге номер 6 они идут тоже со скидочкой, да, то есть не 170 рублей, а 129. Работают они здорово. Очень люблю и гелевые маски патч для век, тоже вещь классная, вещь хорошая. Но вот эти вот именно маски, они содержат гиалуроновую кислоту и, в принципе, они препятствуют появлению морщин, что здорово и что очень-очень классно. Вот, артикул у нее 0736. Она идет такая вот, как вам даже сказать, влажненькая, что-то типа пропитанной тряпочки. Способ применения я у нее сейчас вам зафокусирую, да, как вы видите, тут все-все показано очень хорошо, все расписано, что нужно делать. Там есть вырез под нос, рот и глаза. Также есть меры предосторожности. И, конечно же, она одноразовая. Да, она одноразовая, но эффект того стоит. Я ее заказываю уже более 2 лет. Очень люблю, обожаю эту маску. Также себе и дочке-подростку я очень часто заказываю универсальные полоски. Все, я думаю, вы видели ВКонтакте, в Одноклассниках фотографии, как эти полоски глубоко вытягивают. И черные точки, и всякие там неровности, всякую ерунду, да, которая у нас на лице, работают они, правда, неплохо, правда, здорово, но у них есть огромный минус. Они очень маленькие. Пусть они недорогие, рублей 20 стоят, но они очень маленькие. Но опять-таки маленькие, да удаленькие. Чистят хорошо и подбородок, и нос, и вот Т-зону ими можно почистить. Великолепно просто. Это пользуется в основном дочка у меня, подросток, но и я их беру. Артикул 0886. И вот она у нас с вами вся аннотация. Состав. Да, то есть также тут ходит масло маноки, которое в 33 раза сильнее масла чайного дерева. И вот полностью весь способ применения. То есть это идет для лба, носа и подбородка. Универсально очищающая полосочка. Вот она такая вот небольшая. То есть как раз на подбородочек хватит. Заказала много штучек, как обычно. Давайте одну откроем. Я ее сегодня же потрачу на подбородок, на свой, да, то есть вот они мочатся и приклеиваются на чистую кожу лица, то есть, ой, потеряла, то есть вот таким вот образом отклеиваются, вот такие вот полоски. Не верила в эти полоски, когда заказала, почему-то у меня было мнение, что за ерунда, но результат на лицо. Результат на лицо, они реально хорошо вытягивают и чистят кожу. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это уже не новинка. Новинка, наверное, 3 каталога назад был. Это салфеточки Story d'Amour серии. Их тут 15 штук. Они идут влажные для интимной гигиены, для чувствительной кожи. Артикул у них 8726. Вот тут вот идет состав. Тут вот идет, да, то есть минуты, когда рядом близкий человек, ничто не должно отлетать друг от друга. Но я их ношу с собой в сумочке, пользуюсь ими везде, потому что все мы с вами знаем, что не везде бывает туалетная бумага, не во всех общественных местах. И, в принципе, эти салфетки меня всегда выручают. Вот. Далее, что бы мне вам хотелось показать, это вот эту вот любимицу моей дочки. Во-первых, это 0+, во-вторых, от нее не щиплет глазки. И вот, в принципе, все, что мне нужно об этом продукте вам рассказать. Это идет гель для умывания от макушки до пяток для детей. Можно мыть голову, лицо. Он идет 250 мл. Артикул 23-27. Цена на него тоже шикарная, но эта цена, я бы вам хотела сказать, без цены
без скидки, да, то есть у нас с вами, как вы знаете, у всех зарегистрированных на первый заказ скидка 26%, и если человек по итогам прошлого периода или каталога сделал 50 баллов и оплатил их до конца каталога, то на следующий период на всю продукцию, кроме нижнего белья, колготок и одежды, скидка увеличивается до 26%. Поэтому я беру это с 26% скидочкой, и мне очень-очень нравится. Да, 250 мл, артикул 23-27, способ применения очень интересный. Тут идут гипоаллергенные отдушки, натуральные красители. Вот, он идет такой густенький, прозрачненький, да, вот как вы видите. Запах у него легкий, такой легкой свежести, приятной детской, да. И, конечно, это одобрено родительским комитетом Faberlic. Пена мягкая и ласковая, как нежный свет Млечного Пути. Купание будет космически приятным. Создано для детей, подходит всей семьей. И правда, тут идет pH нейтральный. И что хочется сказать, что тут нет парабенов, красителей и аллергических отдушек. Да, мягкая формула, деликатна глазкам и идеально подходит для чувствительной кожи младенцев. Я сама мылась этим гелем и хочу сказать, что кожа от него просто великолепная. Да, то есть не сушит, не сушит. И следующее, это, конечно же, мои фавориты. Фавориты в плане того, что я очень часто люблю заказывать косметику для дома. И первое, что бы мне вам хотелось показать, это, конечно же, крем для чистки металлических поверхностей. Мне его хватило чуть ли не на год. Да, я им очень много что чищу, мою. Он, к сожалению, у меня закрыт, и я еще не открыла эту новую упаковочку. Хочется сказать, что вещь безумно классная. Вот он такой вот. Сейчас, минутку. Вот он такой вот густенький, да, мы его наносим, оставляем, и все это делается за нас. Запах. Забыла запах. Запаха практически нет. Легкий, нежный, сладкий. Он мягко удаляет загрязнение, не царапает поверхность. Но им нужно замачивать и ждать, чтобы он не, как вам даже сказать, чтобы он не высох, иначе эффект будет намного меньше. Вот тут состав, способ применения, условия хранения, меры предосторожности и артикул 111-58. Вот я вам говорю, одной штучки хватило чуть ли не на год. Экономная, экономная вещица. Очень даже кстати в каждом доме. А следующее, что бы мне вам хотелось показать, это, конечно же, влажные салфетки универсальные. Они в каталоге номер 6 идут по акции. Мы с вами их можем взять 3 за 79, да еще и минус 20-26%, да, смотря сколько вы сделали заказ в прошлом каталоге. Это просто круто. Это салфетки очень классные. Я ими пользуюсь давно. Покупаю их по многу. И еще куплю много, потому что они идут по акции как раз таки. Они идут антибактериальные, они хорошо удаляют все пятна с поверхностей, быстро очищают любую твердую моющуюся поверхность и содержат антибактериальные компоненты. Вот такие вот они большие. Их тут идет 40 штук. Они очень даже экономные. Я ими очень люблю вытирать пыль. И тут, конечно, идет, что мы можем мыть. Пол, линолеум, сантехнику, бытовые предметы, приборные панели автомобиля, кухонные плиты, кафель, пластиковые деревянные поверхности. То есть в автомобиль вот эти салфетки очень часто берут. Также салфетки содержат компоненты, обладающие антибактериальным действием, идеально подходят для использования в кухне, туалете, автомобиле, для обработки раковин, ванной, детской комнаты и придают приятный аромат. Вот тут еще идут меры предосторожности. Ну и давайте с вами еще раз посмотрим на артикул. И, конечно, есть значок, что это идет добровольная сертификация и не тестируется на животных. Вся продукция Faberlic не тестируется на животных. Вот, пожалуйста, состав. 40 штучек, да, сделано в Санкт-Петербурге. И вот эксклюзивно для ОАО Faberlic. Срок годности 30 месяцев с даты изготовления. Условия хранения: хранить в сухом помещении при температуре от 0 до плюс 35. Недоступным для детей месте и перечь от солнечных лучей. Вот такие вот салфеточки. При упаковке по 40 штук, в принципе,
Мне их хватит очень надолго. Я довольна, что я их заказала. И еще, конечно же, обязательно закажу в каталоге номер 6. А далее, чтобы мне вам хотелось показать, это мое любимое средство для очистки туалета. Я его заказываю много, потому что у меня его кто-нибудь да выпросит продать. Да, то есть по каталогам я не продаю его, но у меня его все время кто-то выпрашивает продать. Сейчас я вам покажу цвет, консистенция, да, видите, жиденькая. Консистенция жиденькая. И тут еще есть защита от ручек. Защита от ручек, это обязательно, чтобы детки не открыли. Артикул 111.25. И не повторюсь, не устану повторяться, то есть, да, извините, заговариваюсь. Чистящее средство для туалета от Faberlic я люблю тем, что оно идет биоразлагаемое, экологически чистое, что оно не бьет в нос, как химические средства из магазина, любые, какие бы они ни были. Они бьют нос. И самое классное, что тут идут, оно идет на основе кокосового масла, да, и на основе всяких разных фруктовых кислот. Поэтому это реально мощная экологичная формула на основе взаимодействия комплекса кислот, который обеспечивает отличное удаление стильных загрязнений. Это средство, можно так сказать, для ленивых хозяек. Вы его наносите. Да, по унитазу наносите его, размазываете, да, ёршиком, и потом приходите и просто дергаете минуты через три. Белоснежный туалет, белоснежный. Ну, конечно, если он у вас белый. Вот, белоснежный туалет, и мне очень-очень нравится. Ну, и, конечно же, мой фаворит, он был по акции. Я его взяла побольше, но уже пожалела, что взяла побольше, потому что в каталоге номер 5 он опять-таки идет по суперцене. Очень дешево, минус 26%, вообще красотища. Это пятновыводитель кислородный универсальный экстра окси, 500 грамм. Идет, значит, экологичная формула на основе активного кислорода и биоферментов. А вот такой вот пятновыводитель. У него в составе входит еще и ложечка. Этой ложечкой можно накладывать, да, то есть не пачкать ручки. Он идет без защитной, кстати, пленочки. Вот такой вот порошочек. Он очень хорошо работает в паре с порошком нашим, да, с бесфосфатным нашим порошком. Очень хорошо работает. Почему хорошо работает? Вот при температуре 60 градусов просто идеально. Наидеальнейший. И чем он мне нравится? То, что это пятновыводитель. Им также можно чистить ковры. Хотя у нас появилось специальное средство для очистки ковров. Но им можно делать очень-очень много. Да? То есть вы можете зайти на сайт, почитать аннотацию. На самом деле очень хорошая аннотация. Тут нам обещают, что он избавить нас и от пота, и травы, крови, фруктов, чая, кофе, вина, жирных соусов, пищевых продуктов, косметики, зеленки, йода, масел, смол и гудрона. И чем горячее будет вода при стирке, тем он будет лучше действовать. Артикул 110.50. Вот такая вот классная, незаменимая вещь. Я думаю, очень здорово строить бизнес и покупать продукцию только для себя, не бегать с каталогом и знать, что ваши новички тоже могут вас повторить, не бегая с каталогом, просто не отвлекаясь работать в интернете. Вот, и следующее средство, это средство чистящее для ванной, тоже уже мой фаворит, не первый раз его заказываю. Это оно идет универсальное, эффективность и экологичность. То есть тоже бесфосфатное, экологически чистое, биоразлагаемое, как и вся продукция косметики для дома. Удаляет очень много всего, но от этого средства чернеет металл. Да? То есть не пробуйте им чистить что-то металлическое. То есть оно идет чисто для ванны. Вот, значит, тут идут значки. Как вы видите, все добровольные сертификации. Они тестируются на животных. Биоразлагаемое, экологически чисто. Состав вот идет. Да, посмотрите, условия хранения есть. Внимание, содержит активные кислоты. Для защиты рук обязательно использовать резиновые перчатки и беречь детей. Тут, кстати, есть защита. Есть защита. Если вы не нажмете на него, он у вас не откроется. То есть таким вот образом. Он у вас не откроется. Он тоже жиденький, поэтому для него нужно купить распылитель. Да, видите, жиденькое средство. Пахнет оно, не бьет в нос.
но не скажу, что слабо. Запах у него такой сильный. Артикул 112-20. Такое вот средство. Вот, то есть для чего оно рекомендовано, тоже можете поставить на паузу, почитать. Пользуюсь им давно, реально вещь хорошая, реально вещь классная. И, в принципе, вся продукция, которая тут представлена, да, сейчас перед вами, это уже то, что я заказываю постоянно, постоянно этим пользуюсь, и мне это очень-очень нравится. Ну что ж, дорогие коллеги, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Кононова Аня, международный директор компании Faberlic. С такой продукцией мы открыли это звание всего лишь за 2 года и 4 месяца. Дата регистрации у нас на проекте Faberlic Online 26.11.2014 год. Мы очень хорошо растем, у нас есть не только хорошая продукция, у нас есть не только куча подарков, у нас не только скидка 26%, но у нас еще и с вами есть готовая система для работы, абсолютно бесплатная, и мы с вами и пользуемся продукцией хорошей, да, не боимся покупать ее себе, родным, близким, детям, и, конечно же, очень хорошо зарабатываем. Всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.